В 2020 году в нашей стране в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 диспансеризация взрослого населения была приостановлена. Но 21 апреля этого года в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству, Минздраву и главам регионов вернуть диспансеризацию в полном объеме с 1 июля 2021 года. Более того, глава государства заявил о необходимости расширить программы диспансеризации и эпидемиологических осмотров. Диспансеризация – это комплексное обследование определенных возрастных групп населения, мы сейчас говорим о взрослом населении, которое проводится с целью того, чтобы на раннем этапе выявить заболевания, которые в конечном итоге ухудшают жизненное качество человека и могут даже привести к преждевременной смерти. Ну, это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания органов дыхания, пищеварительного тракта. В 2021 году пройти диспансеризацию могут граждане в возрасте от 18 до 39 лет с кратностью один раз в три года. Например, 82, 85, 88, 91 годов рождения и так далее. А также граждане в возрасте от 40 лет и старше. Они проходят диспансеризацию каждый год. Руководители крупных учреждений могут составлять списки, направлять их в поликлинику и организованно проходить, но также может каждый человек просто сам пойти в поликлинику и с определенным там документом, документы обычные, паспорт, СНИЛС, медицинский полис, прийти в порядке живой очереди, записаться, получить определенное количество направлений, сдать анализы, пройти некоторых специалистов, а вот уже по результатам медики будут принимать решение, необходимо ли этому человеку более углубленный медицинский осмотр проходить. В 2021 году план профилактических мероприятий по городу Магадану составляет почти 25 тысяч человек, из них диспансеризация 18 тысяч. Профилактические медосмотры около 7 тысяч человек. Прошли профилактические мероприятия на данный момент 21,5% от плана. Информационная памятка для населения, в котором разъясняется необходимость и порядок прохождения диспансеризации в 2021 году, размещена на официальном сайте мэрии города Магадана в разделе «Городское хозяйство», вкладка «Отдел охраны здоровья».